Брестские водители по задорожнику организованной колонной рушили с Бреста у Кобрин. Мэтой визиту стало наведывание и оказание посильной допомоги Кобринскому детячему дому «Каска». Джиперы привезли с собой подарунки – цацки, садовину, цукерки, книги, а так само клоуна для гульни с детьми. Наши друзья-спортсмены, мы решили собрать некоторые средства для помощи деткам, сиротам, которые живут в детском доме, материнской и отцовской ласки. Решили своим клубам подарить какие-то добрые минуты этим деткам. Особливо великую радость у выхованцев детячего дома выкликала махчимость покататься на джипах, у тым лику и на профессийной технике, призначенной специально для пазодорожных экспедиций. Удельники клуба «Цитадель» планируют сделать такие поездки у детячий дом традиционными. Этот момент мы будем поддерживать также один раз в год. Так хочется собирать такое большое количество людей, как и в этот раз. Надеемся, что людей еще больше будет с нами собираться. Ну и, соответственно, и спортсменов. И также надеемся, что у нас будет возможность помогать этим деткам, дарить радость. У Кобринском детячем доме выховываются дети во возрасте от 3 до 8 годов. С 7 групп 5 работают по программе для детей с интеллектуальной недостатковостью, 2 по программе для детей с затримкой психичного развития. И дети и выховальники остались вельми удячные за допомогу волонтерам. Может, кто-то увидит эти машины, может, кто-то из мальчиков станет гонщиком и в нашем полку прибудет. Очень хочется, чтобы эти детки выросли хорошими, добрыми, честными людьми. И хочется, чтобы они нашли свои семьи. Кирилл Ягуров, Людмила Салзина, Тиграна Копян, телерадиокомпания «Брест».